Привет, любимый зритель, ты слышишь Алексея Халецкого, это значит, что ты на канале Леша Играет. Дипломатический капитал, которым да вы располагаете. Я в курсе, спасибо, что ты на канале Леша Играешь. Леша Играет. Даже уже путаю название канала. И смотришь продолжение прохождения на последнем уровне сложности Sid Meier's Civilization Beyond Earth. Так что привет вам с далекой планеты. Кстати, название этой планеты, по идее, мы должны были придумать в комментариях ко второй серии. Сейчас я пока без понятия, как она у нас называется. Протекторат Кавиты борется с Америкой вездесущей. Ну и если вы наткнулись на это видео случайно, то лучше перейти к первой серии. Ссылка есть в описании к этому видео, либо в верхнем правом углу появляется. А спонсоры канала все видео видят сразу. Мы захватили аксиому прошлым ходом. Я, правда, боюсь, что ее могут отбить у меня обратно сразу. Так, тут уже можно обрабатывать титан. Хотя тут город еще не появился, но титан уже можно обрабатывать. Так, тут давайте клеточку обработаем, я думаю. А, здесь у нас есть экспедиции. Тут три хода. Этот же пойдет эту, наверное, экспедицию делать. Хорошо, тогда куда мне этого парня отправить? Ладно, поплыву пока сюда. Куда-нибудь. Здесь сделаю шахту. Морской пехотинец лечится. В защите стоит. Плаваем, исследуем. Может, тут что интересное еще будет. Все починено, починено. Знаете, может, я попробую фероксид выкупить и обработать, раз я уже купил, открыл возможность постройки. Нам фероксид не помешает. Так, и здесь... Ну, я, наверное... Или подплыть ближе. Я думаю, Кракен не будет атаковать город. Я бы, наверное, все-таки сюда поставил. О! Африке не нравится, что я тут поставил город. Так, тут поблизости никого. Перебазируем в Асраю. И пока заканчиваю ход. Бразильцу нравится, что у меня много энергии. Правда, у меня минус 9 сейчас валит. Так, вот и смотрю, чтобы он аксиому не захватит. Сейчас захватит аксиому, блин. Я потеряю юнит. А, ему, походу, нечем захватывать. Ей. Да, ей нечем было захватывать. Отлично. Образу злоумышленника это вот эти юниты вот здесь находящиеся. Это не страшно. Положение столицы нашей колонии очень нестабильно. Производство продуктов питания в закрытых помещениях с земным климатом неэффективно. Построить два улучшения фермы в границах Мандиры. Понял. Выполним. Так, тут можно апгрейдик дать. Так, кого я хочу убить больше? Канонерку или, наверное, все-таки подводную лодку?
Ну, им реально нечем захватывать этот город. Но вот этот, вот этого резчика они мне могут сейчас убить в итоге. Так, ну мне надо самолетами работать и желательно, наверное, все-таки юниты убивать. Вообще, вот первые начальные самолеты, они слабенькие. Но вот когда они апнутся, а это будет, по-моему, на 7-м уровне совершенства, там, конечно, ужас. А еще можно из артефактов собрать улучшения для самолетов. Он даже, по-моему, в сетевой игре когда-то банился, я помню, потому что это просто, ну, нереально тогда. Это слишком крутые самолеты получаются. Шум урожая. Как? Мило. Venga. Volvámonos más ricos. Он хочет производство специальных боевых юнитов увеличить на 15% и дает мне 9 вход. Меня это устраивает. Кстати, может с бразильцем попробовать на союз перейти? Какие у меня вообще договора? У меня, по-моему, пока... Не, вот тут есть производство специальных боевых юнитов, тоже на 15% увеличивается. Давайте попробуем с бразильцем. Bienvenido. У меня, наверное, просто... У меня не слишком с ним хорошие отношения. Там, по-моему, надо идти 7. Хотя бы, чтобы было для союза. Ну... Хорошо, ладно. А что мы можем... Еще... Я могу еще 2 договора. Как минимум заключить. Либо какое-нибудь умение прокачать. Но я бы... Договор заключил на 150. Давайте глянем, что тут есть. С Африканским союзом к росту в столице. Ну, там не особо расти есть. Вот к производству от стратегических ресурсов, к энергии от стратегических ресурсов. И расход на науки листья меньше. Да, я бы вот это... Давайте сначала это попробуем. Нет. Не принимает. Тогда от стратегических ресурсов. Блин. Да что ж нет-то? Ну, тогда... Тогда давайте хотя бы энергию, что ли. Нет. Хорошо, более дешевые соглашения. Аванпосты. Ну, я не хочу, ну, ну нафига мне это? Мне это ничего не надо. Ладно, мои умения можно улучшить. 165, можно. Что мы улучшим? Давайте улучшим агентов, чтобы они быстрее работали. Тут я построил стадион, строю самолетик. Ферму строю, потому что там в том городе нету еды, чтобы расти вообще. Надо хоть как-то на чем-то расти. Так, тут я шел фероксид. Конечно, у меня есть задание фермы построить, но я сначала фероксид хочу обработать, а потом уже фермы строить. И фероксид я, наверное, все-таки командире отнесу. Эти 3 науки, да, будет давать. Минус еда, правда. Но 3 науки — это 3 науки. Так, подождите, я разве тут всеми самолетами проходил? Да, странно. Аксиома голодает. Ну, вообще, она у меня сателлит. То есть я не могу управлять ею, к сожалению.
А если я ее сделаю не сателлитом, то она будет больше нездоровья давать. Поэтому пока потерпим. Меня сейчас убьют один катер. Хотя комп почему-то безостановочно атакует аксиому, хотя он ее захватить не может. Ну, отлично. Мы этим сейчас воспользуемся. То есть, вот он даже высадился вот этим юнитом, но даже этот юнит не может, он стреляющий. Он может захватить только... У кого мы его делаем? А, это и африканцы тут с кракеном воюют. Ой, ну, кракен меня где-то... О, похитили. Видите, мы похитили энергию, и вот интрига поднялась. Понимаете? Но пока мы не можем науку красть, потому что наука только на первом уровне интриги открывается. А тут еще нету. Ну, что-то как-то немного мы, походу, похитили. 57. Вообще грустно. Так. Давайте, наверное, вот этого. Инопланетные. Аксиома проатаковала. Так. Подлодочка работает. А эту надо добивать. А этих я просто оставлю, они будут лечиться, сейчас у меня стоять. Не буду ими двигаться. То есть он может захватить город только вот этим юнитом и вот этим. Так, этот лечится. Этим проатакуем. Ну, вот этого пехотинца давайте. Блин, до сих пор этот глюк есть, смотрите, Beyond Earth. Вот этот глюк, что очень постоянно, бесконечно этот самолет крутится. Так, появился город. Клинику. Ну, наверное, да, начну с клиники, а потом торговый склад. Так, можно прикупить клеточки. Вот эту купим. Вот эту купим. И вот эту будем обрабатывать. Клеточный инкубатор в Сабде закончили. Блин, тут, конечно, надо титан плыть. Это мы туда и поплывем, кстати. А построим мы тут... Наверное, приливную турбину. У нас энергия в минус уходит. И ничего, тут какая музыка звучит. Бравурная. Так, ну это в Васанту бегал, ускорял. Давайте, может, в эту, в Аршу. Быстрее появился город. Тоже в Аршу.
Нор, мощь 24. Ну, не скажу, что прям супер, конечно, юнит. О, тут у нас вообще-то какое-то говно плавает в проруби. И умерло сразу. Экспедиция завершена. Предварительные исследования технологии этика инопланетян. Ну, то есть добавили очки науки для этики инопланетян. Ага, вот он высадился. Вот этим будут захватывать. Еще вот, кстати, планетоход. Ну, нам надо вот этого пехотинца сейчас пытаться убить. Остальные юниты можно не обращать внимания. Это он тут проатаковал какой-то американский юнит был, да? Так. Значит, пехотинец. Тут выплываем на тот случай, если город все-таки захватят. Пехотинец. Тут стоим. Да, походу не могу я убить этого пехотинца, значит город будет захвачен. Жаль. Подплыву немного. О, истребитель. А, потому что я его построил. Так. Куда мы дотягиваемся? Ну, город обстреливаем. Видите, как мощно город ответочку дает истребителю. Джавет. А, тут мы построили. Так, я хочу попробовать этот включить. Инопланетные останки. Нет, этот умрет. Этого не запускаем. Хотя можно против юнита. Он умрет, кстати. Видите, насколько тут слабее самолеты, чем в той же шестой циве. Строить ли еще юниты морские? Наверное, да. Подлодки строить. Хотя это очень медленно, конечно. На две клетки пока это очень, очень медленно. Так. Все-таки три. Видите, я больше не могу сюда тактических истребителей строить, потому что они заняли все места. Что ж, стоит ли мне поселенца поставить? Ну, я бы тут поставил, конечно. Давайте поселенца сделаю. Все, тут ничего интересного. Не знаю, как вот можно вот в эту экспедицию, тут может быть оплыв, конечно, но я очень сомневаюсь. Тут я помню, что бывало в Beyond Earth, что экспедиции находятся в том месте, куда не добраться никак. Ну что, аксиома сейчас все-таки пойдет. Не смог я убить этого юнита.
Теперь меня убьют юниты. Да, неприятненько. Ну и проблема в том, что ну, мы в Джавет размещу я, конечно, самолетики, но у них радиус сейчас 1, 2, 3, 4, 5, 6 клеток. То есть из Джаведа 1, 2, 3, 4, 5. А, все-таки долетает до централа. Ну тогда ладно. Если долетает, то еще можно использовать. Заключить мир с Америкой, не знаю. Блин, вот этот фероксид, ты две энергии тратишь, чтобы его добывать. Стоит ли оно того? Ну, мне кажется, стоит. Фероксид это все-таки вот этот стратегический ресурс важный. Сколько у нас тут? 70. Вообще, по идее, должно хватить для... О, там еще и капсула, отлично. Подлодки просто разносят морские юниты. Отойду. Надо от города отходить, иначе больно бьется. Да блин, вы инопланетяне, надоели. Блин, надо было с ними воевать все-таки. Че я цацкаюсь с ними, типа вроде как это, но они ж мешаются как могут, как свиньи просто лезут. Может мне перебросить? А тут два хода строится посел с другой стороны. Блин, там уже кто-то неизвестный на первое место вышел. По очкам. Так, это они инопланетян, я так понимаю, мочат. Или... Не, это бразилец пошел в нападение, ничего себе. А у бразильца катер уже второго уровня, это значит, что он там... Во, достиг шестого уровня гармонии. Нормальненько. Никто так, кстати... А, нет, вот у африканца седьмой уровень праведности. Так, заберу сначала капсулу. О, науку, 114 науки, нормальненько. Четвертый уровень превосходства получил. Смысл войны не в том, возможность кноры строить. Так, кого мы можем планетоходу? Ну, ракетных планетоходов у нас нету. При нападении на город. Все. А когда
самолеты улучшаются. На пятом. Нет? Или это у меня уже пятый? У меня уже пятый. Подожди, когда они улучшаются тогда? Или я уже могу сейчас как раз... Не, подождите. Это я не понял. Или я уже улучшил его? Наверное, уже улучшил. Ладно. Так. Повышаем уровень интриги. Продолжаем красть энергию. Давайте мы, наверное, пока по превосходству пойдем. И мне надо что-то открыть на превосходство. Вот два хода. Плюс 20 превосходства. Я получу шестой уровень. Энергия от всех улучшений геотермальной скважины. Производство от всех улучшений каменного... Ну, такое, но я зато превосходство получаю. Буквально два хода. Теперь смотрим из того, что у нас открыто. Где мы еще можем быстро? Я могу, например, искусственный интеллект открыть. Но тут по 7. Тут 20. Маловато. Биохимия. Ксеносирена. Призывает туда... Это спутник, который призывает инопланетян всего запустить. Отводных... О, водочесть. Кстати, вот это хорошая штука. У меня куча водных клеток. Так, подожди, только я в очередь поставлю. Сначала это, потом это. Картирование генов ничего не дает. Познание, совместное мышление. Автономные системы может открыть. Еще уровень превосходства получим. Но компьютер мне предлагает бионику открывать. Ну вот биоколодец. Биоколодец хорошая штука. Дает две еды и одно здоровье за две энергии. Так, а в биологии у нас что? Это спутник. Выработка водорослей. Водорослей нету. Вот грибы. Четвертый уровень гармонии. У меня третий. Ее наука от всех улучшений. Тут вообще хорошая. Давайте мы потом в биологию. Вот приблизительно пока так. Так, ну... Я, наверное, тут просто постою и посмотрю на битву Бразилии. Ну, Бразилия захватит аксиому. В том-то и дело. Потому что это уже высокий уровень юнитов. Вот сволочь, дождался, пока я тут разберусь со всеми юнитами. Но мне бы хотя бы Централ забрать. Если Аксиома заберет бразилец, а я заберу Централ, то я буду доволен. Блин, а как мне эту фигню включить-то? А, вот она. О, все. Сделал. Так, сколько у меня уже? Три. А у нас квест две фермы у Мандиры построить. Сейчас будем заниматься этим. Шахту. Плюс... Вот титан как... это какой-то вот слишком крутой ресурс в игре. Потому что плюс 5 производства сразу после шахты, ну... В начале игры практически это, ну, очень круто. Хотя отойду. Пока
раз стоим. Ну, аксиом он должен легко взять. Тем более, бразилец первый ходит. О, захвачено. А вот как оно дальше пойдет? Не, ну это у него крутые вот эти юниты. И поэтому тоже надо прокачивать мое совершенство. Тут инопланетян мочит. О, у него тоже самолеты появились. Хм. Уровень культуры повысился, уровень подготовки повысился. Так, эту перебрасываем в джавет. Я думаю, мне 6 истребителей хватит. Вот эта подводная лодка, я не увидел, кто там с инопланетянами пытается разобраться. Так, запрос. Да, меня это устраивает. Штут мы берем, штраф к науке за число городов уменьшается. Потом к культуре пойду. Ну и получаю плюс 10% единиц культуры в каждом городе. По-моему, зашибись. Через 11 ходов следующее направление развития. Так, а в науке 10% науки. Да, вниз поедем. Отстрелялись. Вассанта растет. Приливную турбину сделал. Блин, минус 17 энергии. Что-то опасненько уже. Кстати, мне вот ксеномассовые бани было бы неплохо построить те города, где у меня самолеты находятся. Они у меня будут лечиться за один ход. Давайте ториевый реактор еще. Вот 7 ходов долго. Ботанический сад. Ну давайте сеть. Она построена уже в столице. Тут сеть. Столица, ториевый реактор, чтобы в других городах быстрее строилось. Так, я вот так сделаю, чтобы один ход. Опа, я могу брать. Это не в гармонии случайно у меня такая, что я могу, оказывается, инопланетян под контроль брать скаутами. Где это вообще? Да, надо. Ну, вообще... А почему я могу брать под контроль? Что-то непонятно, откуда эта возможность.
Ну, это только скаут, ну, вот эти исследователи могут делать. Так, давайте-ка резчиком будем подбираться к столице уже постепенно. Собственно, подводными лодками тоже. Тут вряд ли американка Аксиому отобьет. Ну, зашибись, конечно, бразилец воспользовался. Я, правда, я все бразильцем называю, хотя на самом деле это там ассоциация панамериканских городов. Но я это воспринимаю как Бразилию. В смысле тебе не нравится размер мой? Я, блин, тут самолетов настроил. Я боюсь, что мы с бразильцем будем воевать скоро. Собственно, для этого я совершенствую и улучшаю. Если он будет вот с такими юнитами, а я ни с чем. Нет, я не собираюсь с ней мириться. Тем более, тут сейчас идет атака. Ну, бразилец не возьмет Корос 35 защиты. Он только с двух клеток может атаковать морскими юнитами и обстреливать. Не должен. Необходимость искусственного источника питания – всего лишь миф. Экосистема сама питает себя. Когда человечество научится жить в гармонии с... Шестой уровень превосходства. Три юнита могу улучшить. Вот, резчики второго уровня становятся. Причем, видите, тут можно было идти и по гармонии, и по превосходству, но и разные бонусы были бы. То есть вот бразилец пошел по гармонии, и у него вот эти бонусы, а у меня вот эти. Либо плюс 15%, если рядом находится дружественный юнит, либо плюс 20%, нет, если дружественный юнит возьму. Пехотинцы улучшаются. Тоже, если рядом дружественный юнит. А то за каждый соседний дружественный юнит. Но у меня их не так много, у меня вот один там стоит. Вот, и улучшились самолетики. Вот это важно. Нет, не при перехвате, а против сухопутных морских юнитов. Плюс один к дальности, плюс 8 к мощи дальнего боя. Отлично. Вот это очень важно. И вот давайте глянем, как теперь эти самолеты атакуют город. Вот, видите, уже существенно снижают. Но мы пока... Или может город протаковать? Не, ну тогда я не могу его забирать этим ходом. Если бы я мог забрать... 2, 3, 4... Не могу. Я бы атаковал город. Надо просто пока ближе подходить. И надеяться, что следующим ходом... мы его сможем забрать. Поэтому атакуем юниты. Ну, чисто покачаться на юнитах. Сейчас уже самолеты по-другому должны выглядеть. А, нет, они не должны выглядеть. Мы же их не прокачиваем еще по совершенству. Это я просто первую прокачку взял. Так, ну, наверное, этих, которые желтые, будем лечить. Вот, убьем одного. Один наземный юнит. Так, в Джаведе я бы на всякий случай стадион-рубеж построил для защиты как раз. Так, Арша выросла. Ну, с реликвии, наверное. Начну. А в Джаведе стадион рубеж. Ну, просто плюс 10 к силе дает городов. Так, тут начинаем экспедицию. А теперь просто отправляем куда нам удобно и выгодно. 5, 6. Давайте лучше вот так. Сабда производство получает, да. Сколько тут ходов экспедиция?
3. Отсюда до африканца, кстати, добегает. Видите, тут, кстати, торговые караваны, что тоже логично, дают вам ресурсы других игроков, к которым они бегают. Но мне, правда, эти ресурсы не особо нужны. О, в Цитаделу 9 энергии и 8 науки будет. А в Тянгун 9 энергии и 10. Ну, давайте в Тянгун отправлю. Ну, это ж охренеть. Это у меня 1/7 науки, считайте. Страх и опасность у Режинальду не очень, видите? Африканец вообще не боится, зато уважает сильно, отлично. Можно тут перейти на сотрудничество? Отлично. Дальность орбитального удара нет, это я не хочу пока. Да, по идее мне вот это надо заселять тоже. Ну, сейчас будет зависеть от того, насколько больно проатакует бразилец город. Так. Но проблема в том, что у меня нету места напасть. Если сейчас Америка убьет какой-нибудь юнит. Отлично, я централ захватываю. Моя экспансия, господи, один город поставил, у него там уже все. И заходит весь. Ну, кажись, Америки следующим ходом не будет. Так, сначала я хочу проатаковать город. Так, только с Джаведа. Ну все, опять этот круги стал наворачивать. В Джавете построить кнор. Блин, 8 ходов, нифига себе. А мощь при этом и не особо большая. Не, давайте, наверное, тогда... приливную турбину. Тут туревый реактор я построил. Клеточный инкубатор. Закончил там кружиться, как коршун. Ну, я на всякий случай еще одним проатакую. И уже точно захвачу. Все, Америки не стало. Вы совершили ужасную ошибку. Мы могли бы стать партнерами.
То есть это я совершил. Это я объявлял войну, да. Я не хотел мириться, когда у нас были равные условия. Вот это вот все я сделал. Понятно. О! Вы победили этого противника и можете рассчитывать на трофеи. Смотрите, как прикольно сделано. Выберите то, что вы хотите получить у побежденного. Количество очков военных успехов за выбранные трофеи не должно превышать текущее количество очков военных успехов. Видите, вот 668. Могу получить физику или науку инопланетян попробовать. Так, гармония у меня, кстати, прокачается. Ксенопитомник смогу строить. Науку инопланетян надо брать. И энергию. Дип-капитал. Отлично. Знакомясь с новой соседкой, вы приветствуете ее со всей сердечностью. Точно так же мы будем знакомиться со своими новыми инопланетными соседями. Плюс 10% к науке в этом городе. Второй уровень гармонии требует. Но у меня это все есть. Отлично. Лучший урок, который может Четвертый. Давайте пока сателлит создам. Давайте глянем на пятом. Мне еще нужен пятый уровень гармонии. И тогда я вот это сделаю. Плюс 5 к здоровью будет. И каждая улучшенная клетка с ксеномасса дает на 2 ресурса. Ну, ксеномасса мне не то, чтобы... Вот тут вот, видите, есть ксеномасса. Вот тут есть ксеномасса. Надо бы заняться. Тут еще 2 хода. Ну, страшно юниты отводить. Боюсь, как бы мне бразилец войну не объявил теперь. Так что пока подержим тут. Присоединили фероксид. Тут я... Что строю-то? Туриевый реактор. Ну, я сейчас пытаюсь с энергией разобраться. Тут я ферму доделываю. Наверное, вот этот геотермальный обработаем. Самолет лучше сами не перебрасывать, если он захватит этот город. Ну нафиг. Ну, хоть минус один соперник. Уже приятно. Ну что, запускаем. Кстати, надо как-то понять, когда могут объявить войну. Ну, то есть мы как бы в нормальных отношениях. Я не думаю, что он мне прямо вот может объявить войну. Когда мы не союзники, конечно, но мы сотрудничество у нас с бразильцем. Я не думаю, что он... Он, наверное, должен сначала снизить отношения, а потом только войну объявить. Сейчас тут гляну. Биохимия этого мира так, коварна, биохимия, как хороший контракт. Сирена. Вроде бы все понятно, водоочистительная станция, конечно. Мне обязательно к постройке, по-моему, вообще во всех моих городах точно. Ну и желательно начать со столицы. Просто плюс один к производству ко всем морским клеткам. Это серьезный будет у меня бонус к производству.
Так, вот что у нас с бразильцем? Сотрудничество. Ну, у меня нету, видите, объявить изменение отношений. Могу войну? Могу, на самом деле. Отношения, кстати, 3-9 это не очень. Хорошо, у нас... У меня только что улучшились отношения с Китаем. С Китаем я видел. Ни хао. Ну, 5-9 нет. В союз я, наверное, не вступлю. Хорошо, какие я могу соглашения еще попросить? Действующих. Скорость аванпостов. Создание боевых юнитов. Затраты, открывающие юниты ниже. Так, ну вот скорость аванпостов, я думаю, мне пока... Хотя у меня там плывет с другой стороны поселенец. Ладно, не буду отменять. Что я могу опять... принять? Каждый запущенный орбитальный юнит нафиг надо. Плюс 3 к дальности нет, не надо. Аванпосты нет, не надо. Просто население в столице. Вот, может, сейчас она... Нет. Баогао шанлай. Шуэси ши га бао. Данран. Ну, вот странно, непонятно, как тут заключать договор, если она вот это не принимает, например. Now let us all one village be. Плюс при культуре за счет стратегических ресурсов. А, блин, вообще ничего невозможно заключить. Vamos conversar. Я не могу как бы ничего добавить еще сверху. Ну ладно. Надо бы мне людей еще найти. Ну, других этих. Заканчиваем. 80 к производству в Мандире. Отлично. Отлично. Клеточный инкубатор закончим. Так, тут торговый пост. Давайте... конвой, а потом в очередь приливную турбину пока. Сабде Туриевый. Ну, то есть тут все на производство я сделал. Давайте вот эти турбинную станцию. Я понимаю, что еще в столице не построено, но надо уже. О! Плюс энергия пошла, плюс один. Это хорошо. Так, я бы вот эту тоже обработал. Давайте выкуплю клеточку. Потому что ксеномасса это обычно еду дает. Эти плюс 3 еды будут. Некуда отправить. Так, он в моих границах тусит. Не нравится мне. Юниты бразильца тут нервируют. Сейчас я... Блин, может мне не открасть руки белые? Мне надо посовершенствовать, мне надо превосходство. Вот особенно, на самом деле, если я открою улучшение самолетов, на каком-то уровне будет. На 11-м, блин, это очень далеко. Вот это 11-е улучшение, это реально
Плюс 14 к мощи дальнего боя, это очень неплохо. Это я могу защитить от чего угодно. Но, блин, 11 уровень, это далеко. Хорошо, а где подлодки улучшаются? Подлодки на 8-м. Уже поближе. То есть мне бы желательно открывать то, что мне дает... То, что мне дает превосходство, вот эти очки. То есть автономные системы, искусственный интеллект. Мне тут не нравится. Терраформирование. Кстати, терраформирование прикольно. Вот земной ландшафт очень крутое улучшение. Можно еще и контроль климата. Ну, блин. Это на силу ничего не дает. Адаптация инопланетян. Ксенорой. Блин. Кинетическая. Ну, у меня сейчас способность от китайцев, что все дешевле стоит там, где открываются юниты. Пионика. Это вот дорого. Стоит. Что у нас вообще, например? Ну вот автономные системы, да? Есть искусственный интеллект. Тут и на гармонию. Сколько очков? 7. Не смогу, правда, 5 уровень гармонии получить. Генетика открыта. Адаптация инопланетян. Органика. Ну, видимо, автономные. Кстати, вот физику, эту праведность можем качнуть вообще быстро. Не знаю, до второго. А что там? Давайте глянем, что симбиоз второго уровня. Во-первых, плюс 20 к боевой мощи против инопланетян, но это так себе. Плюс 1 к культуре за каждый уровень гармонии и праведности, и плюс 2 к энергии. Давайте мы праведность качнем тут буквально очень быстро. Физика и баллистика. Более того, тут ракетная оборона повышает оборону города. Я смогу это построить, чтобы если что от бразильца отбиваться. Но как-то мало науки пока. Чтобы как-то по-другому действовать. Ну я вот здесь встану. Рабочий. Тут, по-моему, все... лучше мне только дорогу провести в Асраю бы. Давайте так и сделаем. Но ему нравится мой уровень энергии, предположим. Вот, тут еще и обсерватория, науку от пероксита дает. Производство морских юнитов тоже неплохо. В городах на воде. Нормальные постройки такие есть. Рассмотрим простую задачу. Такую, как навигация в космическом корабле, Рейнджер, набирающем скорость света. Сколько первый радости уровень можно... праведности. Ну и я, открыв баллистику, второй уровень праведности получу сразу. Рейнджера доступно, потому что мы только сейчас его открыли. В дальнобой не нужно. Так, а что это тут стоит? Надо модуль экспедиции обновить. И вторую ферму построить по квесту. Здесь у нас... Заканчиваем экспедицию. Бесплатно поднять совершенство на один уровень. Отлично.
Артефакт. О, смотрите, мы можем эти два артефакта собрать. И получим в итоге панспектральную обсерваторию. Плюс 100 производства орбитальных юнитов и плюс 2 к дальности орбитального... Ну, плюс 100, понятно, процентов. Нет, не хочу собирать. Так, и бесплатное совершенство. Я, наверное, превосходство прокачаю. Блин, или гармонию на 5-го. Хорошо, что вот мне превосходство 7-го даст? 5-го появится вот этот... плюс 5 к здоровью, как минимум. Может, все-таки гармонию лучше? Мне кажется, гармонию. Чтобы узнать все об энергоустановках, каждая военной тактике, на инженерном больше. Деле, прикладной и генетике, плюс 5 к здоровью. Отношениях еще 5-го и любви даст... добью праведность, будет еще и минус 5 к здоровью. Так. 4 к энергии. 7 ходов до принятия. Ну что тут стоят его юниты? Я не понимаю. Почему он там держит свои юниты постоянно? Я хочу тут город ставить. Ну, наверное, вот сюда. Очистительную станцию строим. Тут сейчас турбина достроится. Тоже начнем водоочистительную. Тут сети строятся. Это мы к науке плюс. Давайте улучшу какое-нибудь свое умение. Эти на тайных агентов. У нас там способности. Я вот, кстати, не помню, могу ли я... По-моему, больше вы не можете получить тайных агентов. Это вот проблема. У вас на всю игру их только 3 будет. Больше вот у американцев, у них способность просто их больше. И, наверное, какое-то чудо давало тайных агентов. Все. Этих шпионов вы больше никак... накопить нигде не можете. Что странно. Решение по заданию. Сеть помогла нам создать систему открытых коммуникаций и информационную платформу для колонии. Несмотря на сравнительно небольшой размер города, нерациональное использование данных приводит к тому, что сеть работает на пределе своих возможностей. Если ввести налог для горожан, передающих и получающих большинство данных по сети, то расходы на сети, очевидно, окупятся. В качестве альтернативного варианта можно ограничить поток трафика среди самых активных пользователей. Ну, в общем, либо мы не тратим на обслуживание этого здания сеть, либо плюс культуре от сетей. Давайте, наверное... А сколько они стоят в содержании... А, одно содержание всего лишь. Тогда лучше я культуру возьму. Они подороже стоили. О, уже 125 похитили. Вот теперь я, наверное, смогу, да, похитить науку. 70% шанса на успех. Земли, ну, торговый склад. Приливная, ториевый реактор. Тут сеть построили. Ну, вот здесь водоочистительная
столкнусь. Ну, тут довольно много морских клеток. Или все-таки ториевый реактор. Нефтехимический завод точно нет. Давайте ториевый пока, потом водоочистительную, наверное. Так, постою, полечусь пока здесь. Ну, вот этих я не могу взять под контроль. Я хочу вот попробовать это взять инопланетян под контроль. Вот этих не могу, потому что это просто, как, знаете, такие кораллы. Это не... Ну, типа не мыслящие, что ли, организмы. Чего он ничего не строит, интересно? А, один ход еще, военное положение. Начнем строить. Ладно, пойду-ка я вот этим... Как-то у меня дальше плавает 4, а это 5. Давайте я вот тут поисследую, какие... Что там и какое есть. Так, там, что он не мог атаковать, если нападет рукопашными юнитами. Ну и, наверное, закончу пока на этом серию. Ух ты, какое-то соглашение отменено. Эксклюзивная разработка оружия. Это то, что я получал 20%. А, нет, это он мне что-то... Я ему что-то давал, и он мне давал дипломатические, походу. Очки дипломатии. Нет, вот, видимо, сейчас с этим ходом ее не будет видно. Сейчас гляну, но в любом случае, на этом серию заканчиваю. Напоминаю, спонсоры канала продолжение могут прямо сейчас во вкладке «Сообщество» посмотреть. Для всех остальных оно выйдет завтра. Спасибо, оружие, что смотрите. Гнетение, хаос. Получили третий аж уровень праведности. Оно же приносит победу. Ракетную батарею, несомненно, надо будет строить. Видите, защита города выше и самооборона. И дальность орбитальных ударов. Да, Это я потом знаю и посмотрю, что соглашение нет, висит. Странно. Значит, там это он свое отменил, что мне давал очки. На этом все. Играйте в умные игры. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока.